Всем привет, ребята, с вами я, Плейн. И по многочисленным просьбам на моем канале я решил сделать для вас хэндкам. Пока вы смотрите мой идеальнейший хэндкам, я расскажу вам историю о том, как я просрал более 10 тысяч голды своего аккаунта в стендофе. Так как это видео снимается заранее и уже после выхода коллекции, новой коллекции на рынок, а кейсы, получается, еще были актуальны дня 2 назад, еще до выхода коллекции на рынок, и никто не мог купить себе новые скины, как бы все открывали кейсы, потому что... В принципе, и не было больше другого источника покупки новых скинов с нового обновления, я, как и многие другие люди, начал покупать кейсы, причем активно. Сначала донатил, получается, около 4000 рублей на донат в стендофе. Открыл там более 50 кейсов, что ли, потому что там еще была голда у меня подготовленная. И неожиданно для всех мне выпадает с первого же кейса новый АВП-бум. Я подумал, ну блин, кейс это не такая уж плохая фигня, как бы это странно не звучало. Вроде бы, в принципе, что-то выпадает, поэтому я думаю, еще можно попробовать как-нибудь открыть кейсики. Потом перед съемкой видео с сыном Вилсаком мы как раз таки начали открывать кейсы и сливать на это очень много денег. Потом у меня тупо закончились деньги на карте. Я думаю, блин, раз так много слил денег и все-таки выдавал кейс, мне выдал уже на то время и перчатки, и много АВП-бум, и даже эмок баблгам. У меня в голове возникла резко очень глупая, тупая идея продать часть своих ножей и пооткрывать кейсов еще. И это делал не очень-то уж и осознанно, потому что на то время я уже был в тильте относительно слитых денег на эти кейсы. И тут понеслось, в общем-то. Я не обращал внимания на слитые бабки просто, я не обращал внимание на то, что у меня пропадают постепенно вещи в инвентаре. Я тупо хотел выбить новые перчатки панк. Если интересно, то вот скриншот моего инвентаря до, и вот скриншот моего инвентаря после того, как я слил много голды и денег на эти кейсы. Что я хочу сказать этим роликом? Хотел сказать, что, ребята, не заигрывайтесь, лучше просто подождите. Всегда есть время, всегда можно еще что-то исправить, блин. Если бы я тогда не заигрался, то на следующий день уже вышла бы коллекция на рынок, я бы получил бы все те скины, которые я хотел бы, и не остался бы в минусе, даже был бы, наверное, в плюсе. В комьюнити стендов вообще очень много таких людей, которые не терпят, все время что-то сливают, таких как я, то есть. Даже когда Furious Case вышел на рынок, ее начали сливать по low price, хотя это невыгодно тем людям, которые это делают. Все просто хотели быстрее получить голду и купить новые скины, хотя это им выгоды никакой не даст. Может быть, они и получат, что хотят, но они потом останутся в минусе и будут жалеть об этом очень долго, как я. В общем, ребята, не заигрывайтесь, надеюсь, что вы поняли, что я хотел донести до вас этим роликом. Также надеюсь, что вам зашел мой хэндкам. И, в общем, всем удачи, всем пока. До новых встреч.